Всем доброе утро. Доброе субботнее утро. Я еду на смену метро Дмитрия Донского. Я сегодня пораньше. Время 7:20. Не спал ночь. Думаю, какая хрен разница. Вставать рано, я 4:30 встаю. В общем, занимался там компьютером. Вот такая иллюминация новогодняя. Ну, во многих городах. На той неделе не было. Вот там елочку поставили. Ну, по большему счету, я хочу вам сказать, друзья, народу пофиг, что Новый год, что 1 мая, блядь, по-моему. Вот сейчас на 520-м ехал, да, на Подольском. Все такие, блядь, замученные лица такие, говорю, блин, просто пофиг. Ну, с другой стороны, не разгоняя тоску, вот это все равно как-то добавляет новогоднего настроения, что ли. Где-то кто-то писал тогда в статье, что это стоит огромнейших денег. Закупали в свое время там немеренные деньги Москва, за границей там, то есть просто колоссальные деньги, блядь, а люди концы с концами, блядь, не знают, как свести. Дичь, конечно. С кем не поговоришь, ни у кого, блядь, денег нет. Из долгов долги, блин. Вчера входил после обеда в магазин. У нас там этот маяк, блин. Говорю, как в музее. Все ходят, смотрят, блин. Что подешевле было, уже с утра разобрали. Ну, что там? Что там, о чем? Я и так все знаю, блин. Просто, блин, это ненормально. Вот и сейчас еду на сутки. У меня сутки выходят 3800 где-то. Где-то так, за сутки. Вот, и хорошо, если спокойно пройдет. Ну, как говорится, дай да бог, хотя бывает всякое. Да, у нас там небольшая территория, ну, одно здание. Вот, но трубы в подвале старые. В том году протечки были раза три, наверное, всякое. Всякое было. Вот, ну. Красиво, да, красиво. Я все время думал, где-то я это уже видел. А знаете, где подобное? Как я? Властелин колец, ё-моё. Хотел сказать, кольцо всевластия. Вот, Властелин колец. Вот там декорации похожие. Ну, возможно. Да, ну и сейчас докурю. Вон снега, кстати, у нас навалило. Снегопады перли. О, блин. На поле, наверное, тоже. То есть у нас дня, ну сколько, 3 или 4 снегопада было. Вот. 2 первых были серьезные. Вот, так что уже катаются на лыжах. Я, правда, не видел, но люди пишут, что уже организовывают поездки вот на выходные там. Погода позволяет. Сейчас где-то градуса, может быть, 2-3, где-то так. То есть то, что надо. Ну, сегодня суббота, так что плюнуть бы так вот. Просто компания ищет, я так пробежался, друг у меня, Володя, если будет смотреть, Володь, привет, на больничном, вот, я говорю, ну что-то найди там единомышленников, да и смотать на выходную прогулочку на лыжах, где-нибудь там рядом с городом где-нибудь, вот, ну это по накатной лыжне хорошо, а пробивать заново, конечно, тяжеловато, но за вами пойдут другие. Все когда-то бывают первыми.
Правильно? Это почетная миссия. Да. Вот такой утренний вложек сегодня. Второй день зимы. Да, на зиму похоже. Знаете, ну, знаете, я все-таки зиму люблю. Всегда говорю, что зимой хорошо. Не надо никуда торопиться. Да, успей, ты. То есть зимой ждешь весны. Да, через, ну, там что у нас, январь, декабрь, январь, февраль, блин. Через 3,5 месяца, в принципе, если будет весна теплой, то можно будет уже открывать туристический сезон. Да, это не быстро, потому что дни короткие, вот эта темнота в Москве. У нас солнца практически не бывает здесь. Вот такое небо постоянно серое, свинцовое такое, блин. То есть у нас солнышко практически, да, ну и летом тоже не особо балует. Вот поэтому все отрываются на югах. О, кстати, Наташа Иванова Задыркоя выложила вчера вечером видео. Пляж Задыркой, в принципе, найдете даже на ВКонтакте. Задыркой после урагана 2023-го. Вот. Видео на 7 минут она там показала. Блин, там разворотила. То есть там от столовки, от кафешки, которая на берегу была, да и вообще прибрежная, там все размолотило. Видимо, хлестало, то есть, а там все открытое, то есть вообще конкретно. Вот. Ну и не только там. Вот, так что кому интересно, найдете, посмотрите. Вот. Ну ладно, я докуриваю. Пошел в метро. Вот. Хоть мне положено бесплатно уже, но я, короче говоря, отказался от карты социальной москвича, вот, по принципиальным своим убеждениям. Вот. Они мне через этот, как ее там, госуслуги, там вот это вот все электронную хрень. Я говорю, нет, давайте так, давайте карту положено. Вот. Я говорю, я лучше каждый месяц приходить буду. Вот. Нет, так нельзя, все такое. Говорит, раньше можно было, сейчас нет. Говорю, ну, на нет и сюда нет. Вот. Езжу за деньги. А цена, поскольку мне получается 8 поездок в месяц, здесь метро 130 сейчас, да, туда-обратно две поездки, 130 рублей, да, нехило. Вот, и маршрутка. Маршрутка тоже рублей 50-60, смотря на какой. Вот и набегает по чуть-чуть, а я так за год посчитаю, сколько это. Немало. Хотя и на все тоже, блин, набегает, что не возьми. Вчера сходил, в легкую, блядь, 1,5 штуки отнес, ничего не купил. Блядь, чисто на работу пожрать. А, картошки. Мы сейчас картошку с Саньком там приловчились, блин, в микроволновке. Вот. Я еще там сухой сейчас взял в этом магазине вчера. Она с приправами, уже попробую. Вот. Лучку там, селедочки. Вчера взял подешевле. Так что сегодня у нас будет праздничный обед. Праздничный. Ну, зиму встречать будем, да? Кстати, мы в том году встречали Новый год на работе. Вот. В этом году у нас смена 30-го. То есть 31-го мы возвращаемся домой. Вот. Ну, я встречать не буду и вообще настроения никакого. Не знаю, может что-то изменится за месяц. Ну, думаю, вряд ли. Потом, какие там Новые годы? Обычный день, да. Блям, блядь, и на следующий день
Опять все снова. Да, ну, видео постараюсь снять ночное по обычаю. Вот в том году я снимал до Нового года, где-то там числа 30-го, что ли. Вот, сниму новогоднее. Вот, не знаю, что там получится, но постараюсь. Вот, просто на память. Вот, а сегодняшнее видео, которое я выложил под утро, вот по этим временам, которые были весной 2020 года, вот, это из двух видео, собрано из двух видео, а вообще их больше. Я тогда вел целый дневник. Вот, это все, что там. В общем, есть, но надо искать. Вот нашел на 50 минут. Вот, все равно очень интересно для истории, да? Вот. Где сейчас найдешь? Многое затирают. Вот. Мне интересно там цены. Я вчера смотрел. Вот, по ценам. И так сейчас просто сравню. Вот по то, что сейчас подбросили цены. Ну, блин, там некоторые позиции есть чуть не втрое. При той же самой зарплате, блядь. Чему удивляться им? Ну и ладно. Вон народ тоже, я не знаю, кто сейчас. Утром здесь вообще не пробьешься. Маршрутки одна за одной, автобусы, то есть битком. Ну, сегодня суббота. Но все равно народ есть. Вот куда они едут? 6:30 утра. Не все же на дежурку. Ну ладно, буду заканчивать. Наговорил уже на 12 минут. Постараюсь по дороге залить. Так что всем пока. Доброго, хорошего дня. Пусть он пройдет тихо, мирно и спокойно. Вот. Всяческих благ. До свидания. До будущих видео. Сегодня же 2 декабря 2023 года. Всем пока.